Так, замри. У тебя картинка 18 евро каждая за спиной. Всем привет, меня зовут Артем. Я нахожусь в Москве. Здесь и сейчас. Первый вопрос. Расскажи вкратце, что такое хайфлекс? Хайфлекс. Хайфлекс – это круто, хайфлекс – это вкусно, хайфлекс – это ярко, и хайфлекс – это что-то настоящее, что-то от нас. Чем вы круче, чем другие табаки? Я бы не стал выдавать нас за крутых, за то, что мы круче кого-то. Мы просто делаем то, что нам нравится, и... Это, опять же, повторюсь, это что-то настоящее от нас, как мы это видим. Если тебе в лицо скажут, что хайфлекс параша бомжатская, как ты отреагируешь? Красава, иди нахуй. Нет чувства стыда, когда даешь друзьям покурить хайфлекс? Нет, нету, и даже есть небольшая гордость. Это не так просто сделать продукт, это очень сложно. И это реально гордость. А тот фидбэк, который мы получаем, какой бы он ни был, всегда приятно слышать, когда людям просто это не безразлично. Будете ли вы участвовать на выставках Джон Кальяна Крисмас и Хука Клаб Шоу 21? Владимир Владимирович даст, будем. Самый крутой вкус и самый беспонтовый вкус. Самый крутой. Для меня сейчас это фера. А самый беспонтовый, наверное, для меня сейчас это Wildberry. Мы над ним поработали, но он все равно для меня не тот, которым я его вижу. Работаем. Вы уже рассказали, Тимати, про два ваших новых вкуса, ламба и фера. Завтра должны увидеться. Поговорим. Можно ли как-то попасть на ваши вечеринки, которые вы транслируете? Да, можно. Всех ждем. Самый большой минус вашего продукта? Я уснул? Нет, подожди, дай я подумаю. Нет, я подумаю. Нет, нет, минус всегда есть. Для меня лично он есть. Дай, подожди, подумаю. Самый большой минус нашего продукта. Самый большой минус нашего продукта в том, что на сегодня мы не первые, кто сделали... кальянный табак, крепкий, с теми блендами, которые есть. Самый большой минус просто в том, что мы не первые сделали это. И, наверное, последний вопрос под названием «Шанс». У тебя есть шанс рассказать что-то рекламное о вашем продукте? Во-первых, мы постоянно меняемся, и происходит что-то интересное. Мы очень хотим вас чем-то зацепить именно энергией. И работаем над мотивациями, а мотивации мы приложим вот здесь в ссылке. Ты можешь зайти и посмотреть, какие мотивационные программы мы разработали для того, чтобы продукт развивался. Спасибо большое. И самое главное, посоветуй подписчикам, что нужно делать в магазине, когда ты видишь ваш продукт на полке. Во-первых, нужно надеть очки, чтобы казаться умнее. А во-вторых, спросить, что нового. А новое будет всегда. Спасибо большое. Взаимно.